Теперь о певице Тейлор Свифт, которая подурачилась в суде присяжных. Американскую звезду вызвали повесткой, как любого обычного гражданина. Как отреагировали другие члены жюри, понятно сразу. Так что Тейлор Свифт просто была вынуждена давать автографы и записывать видеопривет. Ну, что-нибудь вот вроде того, что мы покажем вам сейчас. Мы просто хотим передать привет Алексу, Максу, Уиллу, Коулу, Оливии и Данае. Хорошей поездки вам, ребята. Будьте осторожны, пристегнитесь. Не пишите смс за рулем, вы уже взрослые. Ну, ясное дело, что теперь твиттер всех буквально присяжных пестрит фотографиями со Свифт, ее пожеланиями всего самого лучшего. Ничего лучшего, скажем так, Свифт не придумала. Многие пользователи соцсетей даже стали шутить, что теперь каждый будет охотно приходить в суд в качестве присяжного. Ведь неизвестно, кто составит себе компанию, на этот раз, может быть, даже Мадонна. Однако счастье этого жюри было, увы, недолгим. Тейлор Свифт попросила снять ее с процесса, виной тому не сумасшедшей популярности, не фанаты, которые ее достали. Проблема в том, что разбирательство касалось похищений и изнасилований. А в прошлом Свифт сама стала жертвой домогательства. Об этом девушка рассказала, наверное, всем через свои соцсети. Пусть это не настолько серьезно, но певица посчитала, что может быть необъективны. Она добавила, быть в жюри по любому другому делу готова всегда.